Ну вот у нас идет прогулка такая протестная. Нам не разрешили сегодня проводить никакие мероприятия. И вот для нас, прошу прощения, специально, видите, согнали по всей дороге. Стоят машины, казаки снимают ГУВД нашу прогулку протестную. Там впереди еще стоят машины. Сумасшедший дом. Ну, заняться нечем. Никакой позиции реально нет. Поэтому 15 человек. Я-то программировал. Что? Вызывает или это? Нет, клубничку нет. Не, вообще. Вот такая ситуация. Вот, ну, просто идем. До этого, да. Гуляем, нам это не.